В России 3 ноября стартует показ якутского триллера «Мой убийца» по мотивам повести Егора Неймахова «Случай на озере Сайсары». Его покажут на экранах 200 кинотеатров России и СНГ. Напомним, картина стала первой якутской работой, принятой к рассмотрению Голливудской ассоциации иностранной прессы. Он также претендует на место в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» кинопремии «Золотой глобус». По версии авторитетного издания «Бюллетень кинопрокатчика», фильм сегодня вышел на первое место среди кинокартин, выпущенных в ограниченном российском прокате этого года. Кроме того, он стал участником Всемирного азиатского кинофестиваля, который открылся 24 октября.